Всем привет, мои дорогие друзья, гости моего канала. Вы на семейном творческом канале. С вами Лёля Рукодельница. Сегодня я вам покажу свой вязальный процесс, очередной заказик. Да-да, я начала вязать на заказ, ну как пока, конечно же, по знакомству. Но мне этого вполне достаточно пока на первом этапе. Значит, связала я попону для Йорка, видео уже есть на канале, и у меня очередной заказ, две манишки. Одна манишка на годик и вторая манишка на взрослую девушку. Значит, смотрите, я уже начала вязать, вяжу на спицах вот таких вот гамма, четверка, 3,5 диаметром. Пряжа у меня в 100 граммах 220 метров. И вот, смотрите, я уже начала вязать резиночкой 1 на 1 ворот. Сейчас я вяжу на манишку на ребенка. В общем, я набрала 65 петель и надеюсь, что этого будет предостаточно. Вяжу я из троицкой пряжи вот такого цвета, цвет розовый. Заказчик сам выбрал такой цвет. И вот я уже пару рядочков связала. То есть это у меня будет такое видео. Процессно буду поэтапно снимать, как продвигается мой заказ манишки. И в конце этого видео уже будет готовый результат. Ну что, а я продолжаю вязать. Показываю, что у меня происходит на данном этапе с детской манишкой. Это у меня манишка на девочку 1 годика. Вот у меня уже спинка готова. Плечики. Вот такие вот. С перевернутыми петельками перекрещенными, как косичка идет. И сейчас довяжу грудку. Грудку чуть-чуть сделаю подлиннее, чем спинка. И она будет готова. Вот такой вот ворот с отворотом. Вот столько у меня еще пряжи осталось от 100 грамм. Вот такая вот красота получается. Что, мои дорогие друзья, первая манишка у меня готова, правда, еще не совсем, тут еще ниточки торчат, она не отпарена, не отглажена пока еще и не постирана. Начала вязать вторую манишку, это уже для мамы, ну не для моей мамы, конечно, для мамы маленькой принцессы, для которой я вязала вот эту манишечку, да, ну как бы две манишки, мама и дочка. Детскую манишку я вязала резинкой 1 на 1, для того, чтобы она все-таки была менее тягучей, так как у ребенка шейка маленькая. А взрослую манишку я уже вяжу резинкой 2 на 2. Видите, она более растягивается. Вяжу также, продолжаю на круговых спицах шапочных, все то же самое. Еще сейчас немножечко свяжу резинку и уже начну переходить на регланчик. В принципе, они будут чем-то похожи. Мои дорогие друзья и гости моего канала, связалась у меня две манишки, дочка и мама. И сейчас я вам немножечко про них расскажу, как я их вязала. Значит, первая манишка это для девочки на годик. Из чего я вязала эти манишки, да? Вот из такой вот замечательной ниточки, она мне очень понравилась. Вот все, что у меня осталось, покупала я 200 грамм. Ниточка это наша российская, пехорка народная, пряжа для ручного вязания. Она у нас объемная. В составе у нас 30% шерсти, 70% акрил высокообъемный. Цвет 20, розовый. Вот покупала, вот у меня две этикеточки, вот я покупала 200 грамм, потому что здесь в 100 граммах 220 метров. И идеально рассчитала. На детскую манишку у меня ушло чуть больше полмотка. Вот остаточки остались. Тут, ну, буквально, наверное, осталось грамм, ну, 40, может быть, 30. Нитка очень такая, достаточно толстенькая, объемная. Мне понравилось вязать этой ниткой. Ну, шикарная нитка. Мягкая, очень мягкая. Перейдем к манишечке моей, да? Манишка вязалась на объем головы 47, ну, примерно, да? Так, где-то я тут приготовила, вот, сантиметр. А 16 она где-то получается,
В собранном состоянии вязала я эту манишку резинкой 1 на 1. Почему для ребенка я выбрала именно мою резинку 1 на 1? У меня есть уже опыт, я вязала для своей дочери, и резинка 1 на 1, она как бы более тугая. Не так сильно растягивается, да, у ребенка все-таки шейка маленькая. Ну и вот смотрите ее растяжение. Вот она. Вот, смотрите. Здесь у нас регланчик, плечики сделала. Сзади покороче, спереди подлиннее. Эта манишка у нас на годик. Уже постирана, отпарена и готова отправиться к своим хозяйкам. Следующая манишка. Кстати, набирала я на нее 66 петель при моей плотности вязки, при метража в 100 граммах нитки. Вязала спицами 3,5, 40 сантиметров. Ну и перейдем к манишке для мамочки. На этой манишке, как вы видите, я уже вывязала рисунок, так как все-таки мы взрослые не растем так, как дети, бурно. И все-таки для мамы манишка пойдет уже на долгое пользование. В отличие от детской манишки, как вы видите, эту манишку я вязала уже резиночкой 2 на 2. Посмотрите, как великолепно ложится пряжа. Смотрите, какой объем. Мне очень понравилось. Вот она, смотрите, тянется отлично. Вот, шикарное растяжение. Значит, здесь у меня посередине вывязана вот такая косичка. Также перед у меня здесь сделан чуть подлиннее, чем задняя сторона. Также вязала регланом. Они чем-то схожи. Ну, отличаются только тем, что у мамы посередине рисуночек идет. И, как вы видите, ребеночку я вязала укороченными рядами. То есть я вывязывала плечики, чтобы было более удобно, комфортно. Вязала на объем головы 57 сантиметров приблизительно. Набирала я на нее 72 петли, вру. Вот она у нас получается где-то 18 сантиметров в собранном виде, но она очень хорошо растягивается, прям вот-вот. И у меня уже сейчас будет следующий заказ. Сегодня я должна получить нитки на них, на этот заказ. Уже будет мой. Ну, это я считаю как один заказ, хоть и два изделия, но считается как один заказ. То есть у меня уже третий заказ вязальный будет. Никогда не думала, мои дорогие друзья, что я буду вязать на заказ. Ну, в жизни бывает, как говорится, все. И для малышечки. У меня есть вот такой пакетик красивый. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне лайк, подписывайтесь на наш канал. Вы были на семейном творческом канале Мисс Аля. С вами была Лёля Рукодельница. Всем пока-пока, до новых встреч!